В Козульском районе появится новая котельная. На строительство коммунального объекта и теплотрассы уйдет больше 200 миллионов рублей. Когда жители района перестанут мерзнуть в своих домах, узнавал Дамир Гайфуллин. Фундамент уже залит и сваи забиты. На этом месте рабочие возводят котельную. К зиме, она обещают, будет готова. Здесь вовсю кипит работа. Новая котельная должна заменить старую воинскую, которая сейчас находится в полуразрушенном аварийном состоянии. На строительство этого объекта чиновники обещают потратить больше 200 миллионов рублей. Старая котельная стабильно обеспечивает теплом военную часть, но в самой Козульке зимой жители замерзают. Все потому, что от котельной до населенного пункта больше 17 километров. И горячая вода по длинному пути просто не доходит до людей. Решение о строительстве котельной мощностью 17,5 мегаватт принято губернатором края в связи с тем, что поселок Козулька у нас на протяжении последних лет является проблемной территорией. Это связано с тем, что объекты и котельная инженерная инфраструктура имеют значительную степень износа, что не обеспечивает теплоснабжение потребителей в максимальной нагрузке, в пик максимальных нагрузок. Строительство ведется в два этапа. В начале декабря строители сдают теплотрассу и саму котельную. В перспективе она позволит закрыть не только воинскую, но и несколько других котельных и обеспечить теплом почти треть села. Новая котельная, она позволит отапливать более 12 многоэтажных домов. Из них 8 пятиэтажек, вот напротив 35 и 33 тоже проблемные дома. Это школы, два детских садика, школа средняя школа и дом культуры, и часть еще прилегающего тоже частного сектора наземных домов. Чиновники говорят, после запуска котельной местные жители будут не только всегда в тепле, но и за услуги ЖКХ будут платить немного меньше. Дамир Гайфуллин, Александр Шастин, краевой телеканал «Енисей регион».